Так, дорогие друзья, мы с вами продолжаем делать мое задание на мастер-шеф. Вот у нас какое получилось замечательное тесто. Не липнет, очень красивое. Дальше мы наше из белого теста мы формируем колбаску. Такой надо, чтобы она была одинаковая со всех сторон. Со всех сторон, чтобы она была одинаковая. Берем наше свекольное красавица тесто. Посмотрите, какой цвет красивый. И раскатываем. Посмотрите, какое тесто. Я больше не добавляю ни муки, ничего. Я просто его раскатываю. Я думаю, что когда оно отварится, оно еще цвет поменяет. И будет красивее. Вот давайте смотрите. Нам сейчас надо его раскатать по размеру нашей белой колбаски. Так. Пока еще не раскатали, еще маловато. Мы еще раскатываем. Смотрите, какое красивое тесто. Сейчас меряем. Немножко еще надо раскатать. Немножко мы еще раскатываем. Еще. Так. Ну-ка опять меряем. Смотрите. Я думаю, что хорошо. Так, колбаску мы ложим в середину, а наше свекольное тесто мы защипываем вокруг, чтобы у нас белого его видно не было. Видно, мы защипываем тесто. Защипываем. Вот хорошо, видите, мы как защипываем. Видно, да? Защипали. Чтобы у нас... Теперь мы начинаем эту колбасу, потому что нам тесно, чтобы она внутри склеилась. Теперь нам надо сделать... Не должно быть воздуха. Видите, как у нас красивая получилась колбаска. Сейчас мы сделаем пробное. Как у нас погода, и попробуем его отварить на пару. Вот. Смотрите, наше великолепное тесто внутри. Смотрите, какая красота. Тут немножко, мне кажется, там немножко есть воздух. Поэтому я немножко проколю шпажкой и выпустим мы весь воздух с вами. Смотрите, какая замечательная колбаса. Красиво. Смотрите, какое тесто. Супер. Я думаю, вам работать с этим тестом очень понравится. Теперь, так как мне оно понадобится завтра, кастинг у меня завтра, но я его уже подготовила. Теперь я просто заверну тесто в пленку.
заворачиваем наше красивое тесто в пленку. Ровненькое, красивое. И все. В таком положении отправляем в холодильник.